Здравствуйте, уважаемые зрители! Добрый день, дорогие подписчики! Кто зашел первый раз, вы на канале Баженит, это Омская область. С вами я, его ведущий Влад. Заканчиваю с вывозом сена. И вот сейчас жена подойдет, меня поснимает. Поснимает, как я работаю. И заодно я перед ней поставил заблаговременно невыполнимую задачу. Какую? Ну, она же главный специалист, главный бухгалтер, все знает, все умеет. Вот я перед ней поставил задачу посчитать, сколько у нас сена накошено в этом году, сколько его находится на сеновале. И вот она посчитает. Вы сразу посмотрите, сколько сена. Кому интересно, пишите комментарии, делайте замечания. А пока я буду работать... Отправил считать женщину сено. Но главное, чтобы не потерялась, нашла выход. А то она к ночи же мне все равно понадобится. Я не знаю, я не видел, чтобы она здесь проходила. Но я сам, наверное, попробую пройду. Так. Так. А дальше пройти, конечно, можно. Но надо немножко нагнуться. Собака тут пройдет легко. Я тут тоже проходил. А, пахнет такая хорошо. Я специально поставил так, чтобы если дождь шел,
Конечно, я сверху целлофан здесь натянул, чтобы дождь шел, и чтобы, значит, между рулонами было проветривание. Вот такое вот, чтобы задувало, чтобы сено из середины не начало гнить. Сейчас надо будет наверх залезть и те рулоны основные сверху целлофаном закрыть. Сверху-то не испортится, от земли главное, чтобы не портилось. Так, ну-ка еще тут посмотрю, тут она проходила. Так, главное, она не потерялась, где-то с той стороны ходит, считает. Так-то вот здесь можно залезть наверх, да и лестницу я принесу. Так, тут она вроде считала. Я специально так поставил, чтобы было проветривание между рулонами. Пройти-то можно, конечно, здесь. И-ка трубу выкосил, чтобы влага не держалась. Собаку я сейчас убрал, потому что здесь сейчас ездили как раз возле собаки, могу ее задавить. Три рулона в высоту. Раз, два, три. Считаем, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Между ними 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, и один лежит отдельно 100. Так, теперь пойдем следующие по 3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это еще 30, 130. Здесь тоже 3. Еще 30, за 60.
сажать ее отдельно. 61, 62, 63, 165, 165. 65. И здесь вместе со старым сеном еще лежит свежее. 166, 167. 168, 169. 170. Наверху еще один свежий. И здесь свежий еще лежит на старом. Раз. Три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. 180 получается. Так, это тоже свежие. 182, 183. 3. 3. Так, здесь уже свежего нету, и в телеге еще осталось. Ну, примерно около 200 получается. Ну что, рассказывай, что получилось? Примерно где-то около 200. Ну, что там считать? Что, считать не умеешь, что ли? Умею. Хотел лабиринтом без наделок. Нужно еще раз пересчитать. Так, ну вот эти вот нижние, ты же видел, что вот, вот нижние старые, вот, я на них смотрел. Ты их не считала? Нет. Ты вот здесь между ними проходила? Нет, я по 3 штуки считала, а там по 2 стало поступить. А вот здесь вот эти поля еще лежат, ты их посчитала? Да. А в телеге? Посчитала. Еще один еще там лежит, еще привезти надо. Ну вот будет даже 7-10. Нам на зиму этого сена хватит? Хватит. Хватит. Только одного свежего хватит, а еще второго. Чего, чего я не слышу? Старого еще много, свежего хватит. А, у нас еще на задах старое сено, прошлогоднее. С этой стороны, получается лесное сено, оно сохраняется плохо, пролежало плохо. А по правой стороне там суданка, она хорошо лежит, она влаги сильно не боится. И на задах тоже суданка. Сколько старого сена, я еще не знаю. Ну ладно, кому подсчет понравился, вот эта вот тема, пишите комментарии, подпишитесь на канал. Буду дальше снимать и показывать то, значит, чем мы занимаемся на селе. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк.